Как звучит российская глубинка? 23 творческих коллектива из 9 регионов России накануне собрались в «АЛЛАТРе». Старт уже 21-му по счету Всероссийскому фестивалю русского народного творчества дали по традиции в День города. «АЛЛАТРе» в этом году исполнилось 467 лет. У нас гости со всех уголков большой России! Открывается ярмарка! Звучи, глубинка, красиво! Звучит задорно, выглядит ярко. Русские народные коллективы привезли самые эффектные выступления. Еще бы кто-то преодолел сотни километров, чтобы спеть и станцевать на Всероссийском фестивале. В этом году он объединил творческие группы Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Татарстана, Ульяновска, Самарской и Саратовской областей. Традиция собирать в Чувашии народные коллективы зародилась еще в 1992 году. Этот яркий творческий проект, зародившийся на русских берегах, вносит весомый вклад в развитие культурного сотрудничества между Чувашской республикой и другими регионами Российской Федерации. Способствует укреплению взаимного уважения к культуре, обычаям народов нашей многонациональной страны. Фестиваль традиционно открыл празднование Дня города возле городского дома культуры. Народные песни звучали в разных микрорайонах, а гала-концерт на стадионе «Труд» объединил участников фестиваля и городские коллективы.